Здравствуйте. Доброе утро. Начинаем неделю мы, Ассоль Мухамедзянова и Рустем Каримулин. Мы желаем вам радости, ведь именно эта эмоция делает человека счастливым в любой ситуации. Даже если что-то не ладится, не складывается, не получается, постарайтесь найти пусть даже маленькие радости, и жить станет веселее. Сегодня в календаре нет никаких особых праздников и памятных дат, поэтому начнем неделю по-деловому. Давайте узнаем, о чем мы сегодня будем говорить. Дела земные. Что стоит знать перед покупкой земли под строительство? Для красивых и здоровых волос. Обратите внимание на масло кокоса. Приятного аппетита! Рецепт оригинальных оладушек из кабачков на завтрак. А начинаем мы нашу программу с полезных советов, которые придутся, кстати, всем, кто решил сменить квартиру в городе на дом в пригороде. Какие опасности могут подстерегать на пути к жилью мечты и как их избежать? Давайте посмотрим вместе наш сюжет. С наступлением весны все садоводы стремятся попасть на свои участки, посмотреть, в каком состоянии дома и огород. А вот у некоторых собственников земли проблемы совсем другого характера. Я нашла в интернете объявление о продаже земельных участков в Запрудном. Приехала сюда зимой. Они обещали дорогу сделать, но постоянно какие-то были у них неполадки, то у них дорожники их подводят, то у них трактора нету, то еще чего-нибудь нету. Вот так выглядит дорога, ведущая к участкам наших героев. Проехать здесь сложно и летом, и зимой. А весной и осенью просто невозможно. Под ногами каша. Каждый год им обещают сделать дорогу, но, как видите, никакой дороги здесь и в помине нет. Я купила в декабре 2014 года. Пока, когда покупала, то председатель обещал, что летом будет щебенка. Вот. И электричество. Что электричество он там кинет от соседнего дома. Вот. Электричество я пробивала полгода. Потом, значит, началась история с дорогой. Вот. До сих пор, вот 3,5 года, до сих пор история эта продолжается с дорогой. В договоре купли-продажи черным по белому написано, что должен сделать хозяин земли. Он должен забетонировать границы каждого участка и засыпать щебнем дорогу. Но оказалось, что у продавца слова расходятся с делом. Мы их просили, мы их умоляли, мы ждали. Вот, ну, я уже 4-й год жду. Переговаривались. Действительно, то у них там транспорта нет, то погода, то еще что-нибудь. Потом оказалось, что у них, оказывается, своя техника. То они говорят, что у них своя техника, то они говорят, что дорожники их подводят. Да. Мы не поймем, где правда, кто там из них врет. Любому терпению приходит конец. И наши герои не исключение. Они обратились к нам, чтобы мы помогли разрешить эту сложную ситуацию. Вот как прокомментировал ее президент гильдии риэлторов Республики Татарстан. Согласно договору и согласно вообще законодательству, то есть продавец, собственник земельного участка, то есть это имеется в виду, когда какой-то коттеджный поселок или садоводческое товарищество, он обязан провести все коммуникации. То есть не только дороги, но, соответственно, и коммуникации электричества, вода, там, что предусмотрено в данном поселке, согласно проекту этого поселка. Вот. Сейчас, если застройщик или собственник не выполняет эти условия, ну, у нас, по большому счету, инструмент один основной – это суд. То есть обратиться в суд с требованием обязать застройщика выполнить свои обязанности, то есть проложить эти дороги, вот, какие-то штрафные санкции можно наложить на них и так далее. И дальше уже работа через судебный пристав. Прежде чем купить земельный участок, необходимо выяснить самые основные вопросы. Их не так много. Запомните, на что нужно обратить внимание. Перед покупкой земельных участков загородной недвижимости надо подходить очень внимательно. Кроме юридической проверки непосредственно самих документов, кроме проверки координат участка, потому что вторая вот очень часто распространенная проблема, когда координаты на местности не совпадают с координатами в кадастре.
Вот, получается кадастровая ошибка, расхождение, и в результате приходится там с соседями спорить, даже до судов доходит, если соседи, например, не согласны. Вот, надо все это исправлять. То есть, чтобы потом не иметь вот таких головных болей, дополнительных финансовых, временных затрат, я всегда рекомендую перед покупкой все-таки сделать проверку. А лучше всего нанять специалиста, который все это сделает. Если же недобросовестный продавец земельных участков не собирается выполнять то, что он должен по закону, необходимо обращаться в суд. И помните, закон на вашей стороне. Здравствуйте, продолжаем нашу программу. И в нашей студии наш первый утренний гость Нияз Ярулин, майор полиции, начальник отделения по Советскому району ОГИБДД УМВД Российской Федерации по городу Казани. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Нияз Алмазович. Итак, апрель, месяц рейдов ГИБДД. На что следует обратить внимание автомобилистам? Ну, хотелось бы отметить для начала то, что любой автолюбитель, то есть перед выездом, должен проверить техническое состояние своего транспортного средства, давление в колесах, государственные регистрационные знаки, чтобы были чистые, световые приборы. И все документы на право управления транспортным средством. А вот нетрезвый водитель, да, ответственность за это правонарушение очень серьезна. Но, тем не менее, таких по-прежнему еще много? Ну, да, хотелось бы остановиться на статистике. То, что за первый квартал 2018 года на территории города Казани произошло 400 ДТП с пострадавшими. По вине именно пьяных водителей? Нет, и по вине пьяных произошло 20 ДТП. Два человека, из которых погибли. Сами водители? Нет, в данном случае это не сами, да, водители. Да. Давайте напомним, что ждет водителя, который был остановлен пьяным за рулем. Но если это у него первый раз, то в данном случае в отношении предусмотрено штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение от полтора до двух лет. От полутора до двух лет. А если например? Если же повторно, то предусмотрена уголовная ответственность по статье 264 прим. 1. Здесь идет штраф от 200 до 300 тысяч рублей с лишением права до трех лет. А также обязательно работать до 480 часов с лишением права управления также. А вот освидетельствование на месте проходит или все-таки куда-то отвозят? Хотелось бы на этом остановиться. То освидетельствование проходит на месте прибором алкотектор. Есть три основания для направления на медосвидетельствование уже медучреждений. Это если водитель не согласен с приборами алкотектора, если же он отказывается от прохождения медосвидетельства на месте, либо если инспектор не согласен с результатами медосвидетельства на месте, так как все-таки у нас управление транспортным также в состоянии наркотического опьянения. То есть алкотектор не определяет именно, что есть алкоголь, но видно, что человек под воздействием. Да, под воздействием опьянения. А если человек категорически отказывается проходить освидетельствование? Ну, оформляется также это отказ от медпрохождения, от медосвидетельствования. Здесь такая же санкция, лишение права от полутора до двух лет со штрафом 30 тысяч рублей. Так, понятно. Ну что ж, спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Доброе утро. Сейчас традиционное время гороскопа в нашей программе. Овны. В течение дня возможны суета и нервозность. Не исключается вынужденная поездка. Повышается вероятность разногласий с домочадцами. Если вы не хотите скандала в доме, умерьте резкость своего тона. Тельцы, отправляясь в поездку или на переговоры, наметьте план действий. Не отвлекайтесь на посторонние мысли и постоянно держите в уме главную цель. Окружающим сегодня трудно устоять перед вашим обаянием и дипломатичностью. Перед женщинами-тельцами откроются любые двери благодаря их красоте и шарму. Ну, спасибо, конечно, но я не женщина-телец, но тем не менее. Близнецы, обратите внимание на свое материальное положение. Именно сейчас вам стоит позаботиться о сохранности средств на счетах, о правильном оформлении документов и разумном выборе посредников. Запланируйте бюджет, наведите порядок в бумагах. Раки, постарайтесь как можно меньше нервничать. Беспокойство из-за мелочей может привести к нарушению сна или аппетита. А также осложнить ваши контакты с нужными людьми и затруднить осуществление планов. Не стоит заводить разговор с шефом на важную для вас тему. Сегодня львам не стоит проявлять чрезмерную активность и стремиться на передний план. Главным условием благополучно прожитого дня будет внутреннее спокойствие.
Девы, несмотря на трение с родственниками, друзьями и коллегами, вы можете полностью на них положиться. Случайные разногласия не испортят ваших связей. В течение дня, возможно, непредвиденная поездка или незапланированная встреча. Если ее итог вас не устроил, не дергайтесь и наберите терпения. А наша программа продолжается. Время полезных советов. Каждые 7 секунд в мире диагностируется новый случай болезни Альцгеймера. Ученые говорят, что с этим заболеванием в ближайшие десятилетия столкнется еще большее число людей. Ведь оно напрямую связано со старением, а продолжительность жизни растет. Большинство страдающих болезнью Альцгеймера – женщины. Причина проста – в возрасте более 70 лет их просто больше. Это нейродегенеративный процесс, при котором страдают различные участки мозга. И самое главное, одним из первых появляются симптомы так называемых нарушений когнитивных функций. Расстройство памяти, мышления, теряются обыденные навыки. Человек забывает имена своих друзей, близких. Забывает, как правильно причесаться, одеться, привести себя в порядок, не говоря уже о том, что он не в состоянии выполнять профессиональную свою деятельность. Человеческий мозг начинает изменяться за 10-15 лет до появления симптомов болезни Альцгеймера. И пока медикаментозной терапии от этого недуга не существует, исследователи пытаются разработать простой способ диагностировать его на ранней стадии. Сейчас же существуют методы, которые лишь облегчают симптомы. На самых первых этапах этого заболевания необходимо срочно обратиться к специалисту, занимающемуся этой проблемой. Ну, у нас в городе существуют кабинеты памяти. Специалисты именно этого профиля, нейропсихологического профиля, тестируют этого пациента, определяют уровень заболевания и потом назначают соответствующую медикаментозную терапию, которая позволяет остановить или приостановить течение этого заболевания. Но кардинально решить эту проблему мы пока не в состоянии. Факторы риска развития болезни Альцгеймера – высокий уровень холестерина в крови, сахарный диабет и высокое артериальное давление. То есть все те состояния, которые сопровождают обычное старение. Хотя мы не можем изменить ни наш возраст, ни структуру наших генов, исследования подтверждают – здоровый образ жизни способен снизить риск развития болезни Альцгеймера. Например, физические упражнения улучшают кровоток в мозгу и активизируют клеточные механизмы. Это предотвращает снижение познавательной функции и замедляет развитие болезни. Возможно, изменит ситуацию с заболеваемостью и антиоксиданты, особенно содержащие витамины Е и С. Об этом говорят некоторые проведенные научные исследования. Изучение болезни Альцгеймера продолжается. А пока мы можем только стараться регулярно проводить диагностику болезни и вести здоровый образ жизни. Доброе утро. Продолжаем медицинскую тему. В нашей студии Ильмира Беляева, врач-остеопат, невропатолог. Доброе утро. И снова здравствуйте. Снова здравствуйте. Очень рады вас видеть. И будем сегодня говорить о медицине, как всегда. Вот в нашем предыдущем сюжете речь шла о пожилых людях. Мы же с вами поговорим о детях и их здоровье. А в каком возрасте нужно обращаться с ребенком к остеопату? Вы знаете, к остеопату лучше обратиться как можно раньше. Это первые 7 месяцев жизни ребенка. Ведь новорожденный ребенок – это комочек счастья, это чудо природы и требует к себе очень бережного и профессионального обращения. Великая Виола Фрайман, которая привезла остеопатию в Россию, говорила, что когда остеопат держит в руках голову ребенка, он держит его великое будущее. То есть после лечения остеопатии дети становятся умнее, здоровее, спокойнее. Но мы знаем, что процесс родов зачастую очень травматичен и для мамы, и для малыша. И поэтому как можно быстрее убрать эти так называемые родовые травмы. И ребенок будет счастливым и довольным. Работа остеопата, вы знаете, подобна работе мастера, который настраивает инструменты. И вот остеопат также настраивает каждую струнку души, тела ребенка. И тогда, вот, отрегулировав его, от гармонизации происходит. Угу. И можно добиться того, чтобы
ребенок был здоровым и зазвучала вот эта божественная музыка здоровья. Как вы красиво это говорите, боже мой. А может ли врач-остеопат решить столь вот распространенное лор-заболевание? Это вот аденоидит, вот вы говорите это правильно, и гайморит. Да, вы знаете, задача остеопата – это действительно помочь детям с любыми заболеваниями, в частности, и лор-патологии. Но при этом необходимо доктору обязательно понять, откуда взялось это состояние, откуда взялась эта проблема. И зачастую это препятствие на пути оттока жидкости – это венозная кровь, это лимфа из полости черепа. И который ведет за собой вот, и нарушение в носовой полости. То есть все взаимосвязано. Да, и вот и убирая очень мягко и бережно руками, вот эти препятствия, которые могут быть и на уровне шеи, и на уровне груди, мы восстанавливаем естественную микроциркуляцию, и ребенок начинает свободно дышать. Хорошо учиться, он меньше болеет. Да, прекрасно. А вот проблемы со зрением, ведь у школьников сейчас очень большая нагрузка на зрение. Вы знаете, вот проблемы со зрением, это тоже цепочка та же проблем, понимаете? Сначала у ребенка проблемы с носом, а тут же как бы глаза и тоже нарушение оттока. То есть со временем присоединяются проблемы с глазами, когда возрастает в школе нагрузка на глаза, а затем еще когда больше начинает задавать и головные боли. Понимаете, это все очень взаимосвязано. И причина, механизм возникновения этих заболеваний единый, понимаете? И достаточно вот восстановить... убрать препятствия, восстановить кровоснабжение, иннервацию данных области, и все будет хорошо. А вот если у ребенка видимых причин, заболеваний как бы нет, да? А то есть курс остеопатии все-таки поможет ребенку лучше учиться и лучше развиваться. Даже вот, ну, вроде совершенно здорово абсолютно бегает ребенок, лучше все-таки отвести его к остеопату. Вы знаете, да, это ведь все-таки профилактическая медицина. Да. И гораздо легче предупредить. И она, остеопатия призвана предупредить некоторые заболевания, чтобы болезни не развивались да. У нас, да. Вы знаете, это то же самое, как вот мы проходим ТО автомобиля. Вот своевременная замена масла и каких-то вот таких профилактических меры приводит к тому, что у нас автомобиль очень долго работает. И наш человеческий организм то же самое. Если мы будем периодически, профилактически заботиться о своем здоровье, нас ждет... Прекрасная жизнь. Спасибо вам большое за ваши советы. Да, много открыли вы для нас. На самом деле, остеопатия – это очень серьезная наука. Так что, дорогие наши телезрители, лучше вовремя детей сводить к остеопату, чтобы предупредить многие болезни. Спасибо вам огромное. Да. До новых встреч. Спасибо большое. А мы продолжаем. И сейчас на сюжет заметку. О пользе кокосового масла. Популярность кокосового масла растет с каждым годом. Благодаря своим полезным свойствам, это средство помогает не только в борьбе за красоту и здоровье, но и может быть отличным помощником в быту. Итак, сегодня говорим о 15 способах использования кокосового масла. Широкий спектр применения этого продукта в косметологии обусловлен его составом. Лауриновая кислота оказывает антибактериальное действие и способствует регенерации кожи. Мерестиновая жирная кислота помогает компонентам косметических веществ лучше проникать в ткани. А олеиновая сохраняет в коже влагу и способствует восстановлению барьерных функций эпидермиса. В кокосовом масле также содержатся витамины А, Е и К. Этот список можно продолжать, но если подытожить, то масло кокоса – настоящий кладезь красоты и здоровья. А теперь перейдем непосредственно к способам применения. Один из самых распространенных вариантов использования кокосового масла – это маска для волос. Нанесите масло на кожу головы и волосы за 1-2 часа до мытья. Также кокосовое масло помогает бороться с мелкими мимическими морщинами. Наносите точечно каждый вечер. Обратите внимание, что для лица нужно использовать рафинированный продукт. Также кокосовое масло может стать отличным средством по уходу за кутикулой и бальзамом для губ. А если добавить к нему сахар, еще и прекрасным скрабом. С помощью кокосового масла также можно отрастить роскошные длинные ресницы. Просто наносите его перед сном как тушь.
Если вы пользуетесь воском для эпиляции, то проблема удаления его остатков наверняка вам знакома. Обычно, чтобы удалить воск, используют оливковое масло. Так вот, кокосовое справляется ничуть не хуже, но вдобавок помогает избавиться от раздражения. С помощью кокосового масла можно устроить настоящую спа-процедуру для ножек. Добавьте в него несколько капель масла чайного дерева, и ваши ножки будут мягкими, как у младенца. Масло кокоса также прекрасно справляется с функцией демакияжа. И придает ухоженный и блестящий вид изделиям из натуральной кожи. Кокосовое масло способствует восстановлению кожи после солнечных ожогов. Прекрасно увлажняет кожу головы, помогая избавиться от перхоти. Если у вас секутся волосы, то наносите перед сном совсем немного средства на кончики. В быту кокосовое масло тоже пригодится, например, как средство по уходу за деревянной мебелью. И последний на сегодня способ применения кокосового масла в качестве обезболивающего средства при головной боли и стрессе. Легкими массажными движениями вотрите небольшое количество продукта в виски и постарайтесь расслабиться. Я прям слышу аромат кокосового масла. Масло одно, а столько от него пользы. Эффекта просто масса. Наша программа продолжается. Весна так долго не радовала нас теплом и солнцем, что даже прихорашиваться-то вот не хотелось, вообще не хотелось. Но вот все изменилось. Женщины ярче одеваются, красятся. Это заметили не только мужчины, но и наши малыши. Вот что они думают о помаде. Мы рассказываем помаду, помаду. Помада сделана из красной глины или из красного пластика. Ей красят только губы, а глаза и щеки красить нельзя. Помада нужна только маме, и она как мягкие игрушки. И мама красит губы, и они становятся большими и красными. Но целоваться с помадой нельзя, а то будет помада на щеках, на лбу и на футболке. Помаду нужно, чтобы красаться. И мазать губы, чтобы блестели, как настоящие модницы. Ее подают в магазине и кладут на поставку. И ее, а дома ее кладут косметичку с рядом-браслетом, потому что они подружки. Чтобы ходить на свидание, мама нужна помада. Помада волшебная. Она превращает мам красивых. И если мама накрасит губы помадой, она посмотрит на чужого дяденьку, и он влюбится и умрет от любви. Помада похожа на жвачку. Она так же вкусно пахнет, как жвачка. Только жвачка бывает белая, а помада белой не бывает. Мама накрасит губы, у нее губы станут как розочки. А папа губы не красит, красят только папы клоуны. Ну, помада – это все-таки универсальная вещь. А без помады ты вроде такая бледненькая, она красила все, красавица. Притом это с детства у женщин это заметно. Согласен. Но сейчас программа продолжает, сейчас время афиши программ ТНВ. Что интересно, вы сможете посмотреть сегодня, узнаете в нашей постоянной рубрике. Смотрите и выбирайте. Как договаривались? Как договаривались? На счет три? На счет три. Раз. Раз.
Zwei. Drei. Zwei. Drei. Страна празднует победу. Мусю освобождают американские солдаты и зовут с собой в Америку. Но девушка непреклонна, она хочет домой в Москву. Повзрослевший Фолька рассказывает Мите, что Муся жива. Я вернусь. Смотрите сегодня в 12:00. Самая большая ценность – здоровье. Фарида Габитова не устает доказывать это в каждом выпуске. Вот и на этот раз вас ждут интересные рецепты для отличного самочувствия и советы, как сохранить здоровье на долгие годы. Смотрите сегодня на ТНВ программу «Если хочешь быть здоровым». Вторая игра на родном льду. Акбарс принимает московских армейцев. Такой хоккей нельзя пропустить. Вперед за Кубком Гагарина. Сегодня в 19:00 на ТНВ. Здравствуйте! Наша программа продолжается. Британский блогер Майк Дживонс провел удивительный эксперимент над собой. Целую неделю, 3 раза в день он пытался исключительно фастфудом. Его идея состояла не в том, чтобы показать, что будет с организмом в результате такой диеты, а в том, можно ли при таком питании похудеть. Для этого Майк четко следовал нормам питания, потребляя только 2000 калорий в день, рекомендованные для взрослого человека. Все съеденное и выпитое он заносил в таблицу и четко отслеживал. Но здоровье его все же немного ухудшилось. По признанию блогера, он стал больше уставать, и у него появились боли в животе. Но в итоге за неделю эксперимента Дживонс похудел на 3 килограмма. Мы не призываем вас съесть фастфуд, тем более, что после длинной зимы хочется легкой и здоровой пищи. И вот вам как раз такой рецепт. Для приготовления этого блюда возьмите 1 небольшой цукини, зубчик чеснока, 2 столовые ложки муки, 3 яйца, зелень, соль и перец. Кабачок очистить и натереть на крупной терке. Зелень мелко нарезать. Яйца взбить солью и перцем. Добавить порезанный чеснок, травы и хорошо перемешать. Затем положить кабачок, муку и снова перемешать. Обжарить с каждой стороны по 2-3 минуты. Приятного аппетита! Ну что, поели, а теперь можно и спортом заняться. О том, что спорт снимает депрессию, способствует выбросу гормонов радости и в целом позитивно сказывается на душевном состоянии, известно всем. А вот что будет, если по каким-то причинам прекратить тренировки? Ученые уверяют, снижение уровня физической активности может привести к развитию депрессии, особенно если человек уже страдал от нее ранее. Они оценили состояние 50 женщин и 102 мужчин. Все они в прошлом тренировались минимум 30 минут по 3 раза в неделю в течение 3 месяца, а потом прекратили занятия. В итоге у многих участников, у кого-то через 3 дня, у кого-то через неделю, а у кого-то через 2, стали проявляться некоторые симптомы депрессии. Особенно подверженные оказались женщины. Так что не останавливайтесь ни на неделю, не вставайте с дивана, у нас как раз утренняя разминка. Здравствуйте! Заниматься гимнастикой по утрам полезно, а если это ушу, то полезно вдвойне. Чем сегодня займемся, ребята? Сегодня занятие проведу я. Ильдар, а как называется упражнение? Сегодня мы сделаем упражнение «Собака и волк вышли на луну». Интересно. Ставим ноги на ширине плеч и вытягиваем руки вверх. Вперед. Вниз и ладошки достают пола.
идем вперед и фоем. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Встаем. Занимайтесь сами, занимайтесь вместе с детьми. Будьте здоровы и не выйдите на Луну. Как мы сегодня были. Интересно было? Очень. Я уверен. Архитектурный облик города влияет на уровень стресса ничуть не меньше, чем чистый воздух и тишина. Так считают врачи. Их многочисленные исследования подтверждают это. Ну еще бы. В частности, у людей, живущих в городе со скучной застройкой, повышается уровень гормона стресса – кортизола, накопление которого сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Также подтверждено, что впечатление, которое создает городская среда, влияет на биохимические процессы в мозге. А именно, глаз должен за что-то цепляться. Это дает возможность переключаться и не застревать на одних и тех же эмоциях, ощущениях и проблемах, иначе мозг взорвется. Лучше всех это знает никто иной, как наш телеумелец Олег Кондрашов. Ух. Его глаза постоянно видят, как из чего-то обычного сделать необычное. И вот очередной сюжет. Здравствуйте! Правда ведь бывают такие ситуации, когда мы не можем решить самую простую проблему в быту. И я, Олег Кондрашов, подкину вам пару-тройку идей, чтобы облегчить вашу жизнь. Надеюсь, мои советы будут полезны, и вам не придется просить помощи у других. Правда, рыбка? А мы продолжаем. И в нашей студии режиссер Владимир Рудак, Валентина Порубина, организатор фестиваля кино «Без барьеров», и Мария Минахметова, руководитель проекта фестиваля кино «Без барьеров». Доброе утро. Рады вас видеть. Расскажите, пожалуйста, вы впервые в Казани? Доброе утро. Да, я впервые. Планировали в прошлом году, не получилось, но хорошо, что в этом все. Успели посмотреть город, что-то увидеть? Немножко, да. Были в Национальном музее, погуляли в Кремле. В общем, так, как что-то впечатление. Успели. Замечательно, очень. Очень понравилось. А вот на фестивале кино «Без барьеров» вы представили фильм «Ананас». Я уже во всевозможных пабликах и группах уже прочитал про этот фильм. А вот о чем он? Расскажите, пожалуйста. Ну, если выражаться логлайном, да, как в кино, то это история о молодом человеке, который исцеляется, но никому не признается в этом, что он не нуждается в инвалидной коляске. Ни близким, никому. Никому не говорит, продолжает. Да. Но до этого он был инвалидом-колясочником. Но все равно, почему все же ананас? Этот вопрос все задают. Вот и я его решила. И уже есть варианты, те, которые, основной, который закладывал я, когда писал сценарий. Просто есть сцена в фильме, где мама привозит своему сыну
так называемые продукты из детства. У каждого из нас есть продукт, который мы из детства, да? Вот, и это ананасы. И мама привозит своему сыну, но с другой целью. Не только, чтобы его угостить, а у нее немножко другие интересы. Я не буду спойлерить. Не рассказывайте, нужно посмотреть обязательно. Спойлеры нам здесь на них. Вот, фестиваль уже закончился. А какие работы особенно вы можете выделить? Это как раз фильм «Ананас». Фильм, который мы показывали старшеклассникам на уровне глаз, это проблема подростков, которые принимают своих отцов, своих родителей, прощают им то, что, казалось бы, простить в этом возрасте невозможно. Ну и замечательная программа мультипликационных и анимационных фильмов, которые мы показывали в течение 2 дней детям. Да. А вот обратная связь со зрителем, несомненно, важна. Как встречают зрители? Какая реакция у них на фильмы, на мультфильмы? Реакции замечательные. У нас были аншлаги как в прошлом году, так и в этом году. Дети, родители сидели на ступеньках, дети сидели в креслах. Ну а после программы была дискуссия, была анимация. Все, ни один ребенок не ушел без подарка. А отзывы мы ловим сейчас. Да. Это все время. Это прекрасно. Да. Так, расскажите, пожалуйста, да, какие самые яркие гости посетили фестиваль? Самые яркие, я думаю, самые любимые наши гости – это ребята, для которых, в общем-то, и рассчитана основная программа этого кинофестиваля. Нам удалось хорошую подборку мультфильмов сделать, фильмов лауреатов кинофестиваля «Кино без барьеров». И ребята с удовольствием аплодировали. Для меня это было удивительно, что они аплодировали после каждого мультфильма, как на концерте. И это самое, наверное, благодарное, самое главное. Это, скорее всего, самый такой яркий для меня даже показатель, когда я бываю в кинотеатре, если после фильма народ аплодирует, ведь никого здесь нет. Здесь нет ни режиссера, никого, кто сделал этот фильм. Это значит, мы настолько в восторге, мы вам передаем. Надеюсь, вы нас услышите. Да, и звонили из школ, даже не хватало нам места, чтобы всех детей разместить. И с благодарностью сейчас звонят директора школ, радуются тому, что их дети посетили наш кинофестиваль. Это прекрасно. Владимир, расскажите, пожалуйста, какие у вас дальнейшие планы? Над чем сейчас работаете? Ну, откройте немножечко завесу. Приоткройте. Да. Сейчас я работаю над несколькими проектами одновременно. Это мы заканчиваем работу над документальным фильмом. Он не касается темы инвалидности. Это писатель, который переехал из Казахстана в Карелию и занимается поддержкой национальных традиций. Прекрасно. Да, это очень такая удивительная история. Также я доделаю короткометражный фильм. Надеюсь, что он будет на кинофестивале. Вот, «Кино без барьеров», если мы успеем, потому что впереди постпродакшн. И также сейчас ведутся переговоры по поводу съемок полнометражного фильма «Альтернатива». Пока все в таком, в ожидании. Но мы надеемся, что все ваши планы обязательно осуществятся. Спасибо, что пришли к нам, и ваши глаза горят. Это вот самое важное и самое главное, что зритель вас принимает. Ну что ж, спасибо, творческих успехов, всего самого доброго. Спасибо вам. А мы продолжаем. Приближается 9 мая, День Победы. По традиции, наши сограждане отдадут дань памяти той Великой войне и предкам, завоевавшим победу, приняв участие в шествии Бессмертного полка. Если в вашей семье жива память о герое войны, есть его фотография и информация, где он воевал, расскажите о нем на ТНВ. Мы ждем ваших историй. Присылайте краткий рассказ и номер телефона в личном сообщении в группы программы «Здравствуйте» и «Манзара». Мы вам обязательно позвоним. А сейчас встречаем... Мы сейчас посмотрим, что же можно интересного увидеть сегодня на нашем канале. Как договаривались? Как договаривались? На счет три? На счет три. Раз. Два. Страна празднует победу. Мусю освобождают американские солдаты и зовут с собой в Америку. Но девушка непреклонна, она хочет домой в Москву. Повзрослевший Фолька рассказывает Мите, что Муся жива. Я вернусь. Смотрите сегодня в 12:00.
Самая большая ценность – здоровье. Фарида Габитова не устает доказывать это в каждом выпуске. Вот и на этот раз вас ждут интересные рецепты для отличного самочувствия и советы, как сохранить здоровье на долгие годы. Смотрите сегодня на ТНВ программу «Если хочешь быть здоровым». Вторая игра «На родном льду». Акбарс принимает московских армейцев. Такой хоккей нельзя пропустить. Вперед за Кубком Гагарина. Сегодня в 19:00 на ТНВ. Ну что, продолжаем? Сейчас продолжение астропрогноза. Прочитай давай для весов. Профессиональное служебное положение весов сегодня напрямую связано с материальным, и разорвать эту цепь нелегко. Возможно, у вас просто нет иного выхода, так как вы следуете ранее взятым на себя обязательствам. Повинуйтесь чувству долга и налаживайте хорошие отношения с шефом. И то, и другое для вас сейчас выгодно. Поняла. Сегодня любой скорпион способен зарекомендовать себя надежным человеком, прекрасным семьянином, отличным профессионалом. Важно лишь не отступать от своих принципов. На фоне общего удачного стечения обстоятельств не исключены некоторые неприятности. Трудности в пути, проблемы со связью или с документами, небольшие недомогания. Берегите себя. Нехороший день для стрельцов. Будет много неприятных мелочей и сложностей на ровном месте. Ну что ж, этот день нужно просто пережить. Спокойно, спокойно. Козероги, взвешивайте каждое слово, даже если кипите от негодования. А капризы, ультиматумы, резкие упреки, нарушения обещаний подорвут ваш союз, а проявления в любви укрепят. Не задевайте ничьих болевых точек и не показывайте никому свой собственный страх. Сейчас вас хотят видеть сильную, надежную, выдержанную личность. Вот так. Водолеи. У вас возможны недоразумения в ходе командировки или деловых переговоров. Непредвиденные осложнения семейного характера. Бурный креативный процесс, кипящий в уме типичного водолея, также будет нарушать плавный ход дела. Старайтесь озвучивать свои идеи в подходящий момент, иначе они не встретят понимания. Рыбы. Куда бы вы ни пошли, везде вас ждет успех и удача. Сегодня звезды явно на вашей стороне. Спешите действовать активно и даже немного рискованно. Сегодня можно. Наша программа завершается. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Завтра, обещаем, будет много интересной и важной информации. 8:10 утра мы ждем вас у экранов телевизоров. Ну а пока желаем вам отличного начала рабочей недели. До встречи. Сегодня с вами были Рустем Каримулин и Ассоль Мухамедьянова. Мы вас любим. Пока.